18 по 27 января во всех регионах страны проходит всероссийская акция памяти «Блокадных леп», которая дает старт Году памяти и славы. День воинской славы России 27 января в Одинцовском городском округе к акции присоединились 53 образовательных учреждения. В школах были организованы митинги, выставки, встречи с ветеранами войны и тыла, а также жителями блокадного Ленинграда.